Мы втором Феде на 4,5 выходим на перевал. Там мгла 5400. 4 утра. Сейчас буду снимать, если будет позволять свет на улице. Волнуйтесь? Нет. Не волнуйтесь, человек, волнуется. 1-1. Девчонки, волнуйтесь. И да, и нет. Так. Вы волнуетесь? Я нет. Ну, господи, а за нас? Нет. Ладно, а за нас? Я вас не волнуюсь. Я вас верю. Тем более с нами Кришна. Подъем на перевал начинается затемно. К обеду погода может сильно испортиться, что опасно на такой высоте. Поэтому нужно успеть. Хочется дышать, ты не представляешь, не хватает кислорода, очень, а так хорошо. Добрались до чайного домика, часа, наверное, за полтора, так что хорошо идем. Нужно передать привет. Как на лошадке? Супер, потрясающе. Иногда страшновато, но он такой классный. Джексон зовут. Джексон. Гуля, как нормально? Немножко уже до перевальчика. А? Да, да. Полчасика на лошадке. Да. How's going? All good. Прошли перевал, часика 4, наверное, у нас сняло. Еще полный сил. Наш порт. Все в телефоне, все в Фейсбуке, неважно, где ты, на перевале или где. Пойдем. Кирилл, который притворялся, что он болен, чтобы его рюкзак несли. Тебе не стыдно? Слушай, мне помогли таблетки, они реально выручили. Давай, ты сейчас должен упаковочку достать. Так. Давай, говори. Реклама таблеточек такой. Мне помогли таблетки. Флажки? Сейчас привяжем. Нужно найти две высоких точки. Тут
привязать. Идем с перевала вниз. 1600 метров нужно сбросить до Муктината. Тропа довольно пологая и широкая. Если нет снега, как был у нас весной, то идти довольно легко. Ждем транспорт, из-за фестиваля один автобус не приехал, потому что водитель решил не работать, а отдыхать. Вот, поэтому рассаживаемся под джипом, ждем еще один, уже, наверное, час на улице. Хорошо, солнце вышло, уже не так холодно. Папа, я тебя нашла. Наш не уступит. Ой, 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 ой.